А кто этот странный парень на велосипеде? По-моему, его зовут Брюс Ли. Он выглядит очень знакомым в образе Катона. Ну что же, тебе нужна какая-нибудь помощь? Да, здесь происходит что-то вроде кунг-фу. А что такое кунг-фу, Брюс? Ну что же, кунг-фу – это китайская форма боя. Такие искусства, как карате или джиу-джитсу, произошли от кунг-фу. Так вот, ты ведь родом из Сан-Франциско, верно? Ну, на самом деле это не так. Я родом из Гонконга. Это очень близко к истине. Я пришел пораньше, чтобы поиграть вокруг света. Да? Но разве у вас в Сан-Франциско нет каких-нибудь школ карате или чего-то в этом роде? На самом деле это в Окленде. В Окленде? Да. А ты что, открыл здесь школу или как? Нет, пока нет. Потому что, как ты знаешь, каждый день у нас съемки, и ты знаешь, что там очень много народу. Хорошо, в чем разница между кунг-фу и карате? Ну что же, я бы сказал, что главное отличие моей школы в том, что это более оскорбительно. Это еще больше оскорбляет тебя. Это твой первый день рождения. Ты бы не сказал, что он стал более агрессивным, Брюс? Да, атака и защита – это одновременно. Пассивной защиты не бывает. Теперь ты, конечно, Катон. Это твой первый успех в актерском мастерстве. Да, так оно и есть. Да. Это твоя первая работа. У тебя тоже все хорошо. Ну что же. А как тебя обнаруживают? Я имею в виду, что мы немного разбираемся в кунг-фу. Знаешь, где они тебя находят? Это было в 64-м году, когда я выступал на всемирном турнире по карате в Лонг-Бич. И Дазьё, Уильям Дазьё, продюсер нашего шоу, он видел этот фильм. Так вот, ты знаешь, он позвонил мне.